Это не просто машина скорой помощи, а самая настоящая больница на колесах. Здесь есть все самое необходимое для спасения новорожденных. А самое главное, что теперь врачи перинатального центра смогут добираться до пациентов намного быстрее. Новый реанимобиль неонатальной скорой помощи на базе «Газель» оснащен по последнему слову техники. Кстати, комплектующие и наполнение автомобиля, как успели отметить врачи, отечественное. Ну а главное отличие этой машины от других реанимационных – он предназначен только для перевозки недоношенных малышей. Наш центр является центром третьего уровня, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, но в сектор наш входят учреждения акушерские, которые имеют второй и первый уровень. Естественно, новорожденные, которые родились там в тяжелом состоянии, они требуют перегоспитализации. Бригады неонатальной помощи отправляются на вызовы не только по Ленинскому городскому округу, но и по всей Московской области. Поэтому зачастую износ таких машин велик. За 2021 год медики выезжали на помощь к недоношенным малышам 790 раз. В этом году уже практически 700 выездов. Как отмечают сами врачи, эксплуатация таких машин происходит в непрерывном режиме. Поэтому парк карет скорой помощи обновляется постоянно. Этот автомобиль нам очень нужен, как непосредственно автомобиль, как то оснащение, с которым он пришел. Конечно, это улучшит качество оказания помощи новорожденным детям. Пришел по программе улучшения медицинской помощи новорожденным, улучшения акушерско-гинекологической и неонатологической помощи. Суть основная реомобиля, да, он должен быть оснащен непосредственно для оказания медицинской помощи малышам разного срока гестации, да, разной массы и непосредственно находящейся на респираторной поддержке. Поэтому реомобиль, он должен быть быстрым, он должен быть комфортным, он должен быть большой, да, и оснащен медицинской аппаратурой. Всего в настоящее время в Видновском перинатальном центре работает 3 бригады, которые готовы прийти на помощь крохам в любое время, а в случае необходимости перевести в другое лечебное учреждение, которое рангом выше. Герман Гущин, Сергей Ларин, Видное ТВ.